Все, я уже нажила. А чем такой потертый? Давно он у тебя? Так не говори говорить. Такого на видео. Я сейчас не вижу просто такую информацию. Это чей? Это не твой? Это мой. Ты мне просто скажи, где я выщипала. Так, видео. А его кремом нас не надо? Не надо. А сантиметр, понятно? Вот если ее где тебе? Его снимала она. Вот его вот лицо. А вот если было бы волосы... Ты не переживай так все. Нет, сначала типа смотри. Давай послушаем. Я не знаю. Ему уже больно. Ему уже больно. Нет, просто это как у зубного перед приемом. Давай. Че ты как, девка-то? В смысле? Это первый раз у меня. Всегда нервничаешь перед первым разом. Да, девушка? Давить. Нет, нормально. Ну-ка, расскажи-ка поподробнее. Давай уже дергай. Ладно, давай. А что, прям над чемоданом, да? Нет. А что, надо лететь в разные стороны будет? Надо осквернять на чемодан. Да? Осквернять? В глаза будут попадать. Вводим эпиляцию. Этого. Надо какой-нибудь пакет постелить. Я вообще тебя буду эпиляцию. Короче, смотри. Так ты не взвешивайся, да? Я боюсь всего. Я боюсь твоего потолка. Вот. Короче, сантиметр. На первой скорости. Сантиметр. Какой сантиметр? Вот так. Ты сломаешь мне его, блин. Вот чего ты так считаешь, чтоб сантиметр. Он, ну, да, он не очень. В смысле не очень? Он драть будет, как я не знаю. Все эпиляторы друг. А если это, а если постригаться эпилятор? Нет. А давай не будем задавать лишних вопросов. Да, давай мы ему потом тоже побреем. Раз он так тебя настраивает. Где твоя палочка? Какая палочка? Давай уже, давай. Только ты ногами, пожалуйста, осторожнее. Ты мне точно сейчас понапомнишь. Я сама уже переживаю. Давай. Я от волнения сидела. Себя попробуй. Дайте, бог. Нет, давай ты сам себе попробуй. Давайте, сейчас сломаешь с моими волосами. Своими волосами сломаешь. Это медленно и болезненно, да? Это чуть быстрее. Время сколько? О, да. Да. Простите? Да. Простите. Все понятно. Шепотом смеемся. Это будет орать. Нет, я не буду быть. Время сколько? Пошли в саун.
А там все вышли? Ты все? Ну, там Даша, Маша мылись и этот...